между США и Россией вообще-то сложно себе представить. На фоне жестких санкций и обвинений во вмешательстве в политическую жизнь в США в Москву сначала на встречу в МИДе, а потом и в Госдуме приехали члены американского Конгресса. 6 сенаторов и 1 член Палаты представителей. Региональными властями методики установления предельных размеров надбавок к фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты, что частично... Да. Михаил Александрович, минуточку внимания. Да. Я обращаю внимание, что на балконе вот Вячеслав Викторович Володин пригласил конгрессменов и сенаторов Соединенных Штатов Америки. Давайте поприветствуем наших коллег. Товарищ. Глава американской делегации заявил, что на встрече поднимали тему Крыма. Сегодня пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс была вынуждена...